Госзакупки нужно обсуждать всем миром. Активисты Народного фронта предлагают властям спрашивать мнение общественности, прежде чем тратить бюджетные средства. Прежде всего, необходимо определить, какие закупки будут вынесены на общественные слушания. В Ульяновске, например, обсуждаются только социально значимые тендеры. Пока в Минэкономразвитии определили необходимость проведения слушаний только для закупок свыше 1 миллиарда рублей. Задача, которую ставят перед собой активисты ОНФ – запустить проект по проведению общественных слушаний в следующем году. Пока контроль можно осуществлять только через сайт «За честные закупки». Народ недоволен тем, что наши чиновники закупают роскошную мебель, делают дорогие ремонты, покупают роскошные иномарки. И в этой связи в течение года активисты со всей страны обращаются в Центральный штаб Народного фронта. Сейчас работает сайт, на который любой желающий может опубликовать ссылку закупок, и если ему кажется, что закупка сомнительная, то после проработки этого вопроса с экспертами, соответственно, мы начинаем реагировать.